Итак, добрейший вечер, почтенная публика, уважаемые дамы и господа. Очень хочется надеяться на то, что настроение у вас хорошее. Хорошее настроение? Не, вот так по отдельным голосам не поймешь, хорошее настроение или нехорошее. Давайте попробуем все вместе. Я, как это в молодежных клубах принято, обращаюсь к залу. У вас хорошее настроение? И обычно принято получать адекватный ответ назад. Поэтому давайте попробуем все вместе. Как настроение, публика? Вот, уже хорошо. Уже хорошо. Во всяком случае, число голосов по сравнению с первым разом значительно прибавилось. Очень отрадно видеть вас сегодня, 25 мая, в таком большом количестве, в одном из самых стильных, выражаясь молодежным сленгом, продвинутых джаз-клубов нашего города, джаз-клуб Алексея Козлова, приветствует вас. Ну и мы, точнее сказать, те, которые будут блистать на этой сцене, музыканты коллектива «Аккордеон Стиль». Знаете такой? А есть те, которые пришли познакомиться с творчеством «Аккордеон Стиля» первый раз? Есть один человек, два, три. Ага, то есть на 100 человек присутствующих 5% незнакомых с творчеством коллектива. А очень хочется узнать, а знает, есть ли те, которые не в первый раз приходят на концерты «Аккордеон Стиля»? Ну, не стесняйтесь, поднимите руки. Вот, таковых гораздо больше. Стало быть, получается, что те, кто не поднял руки, были не больше трех раз, но больше, чем один. Видимо, дважды. Это здорово, это не может не радовать. Знаете ли вы, уважаемые гости, какой замечательный сегодня день? Ну, помимо того, что это день, по сути своей, летний, теплый, это день, когда именины празднуют Андрей. Есть в зале Андрей? Жалко, сегодня будет звучать красивое произведение «Эх, Андрюша». Мы готовили для того, чтобы исполнить его хотя бы для одного Андрея, кто присутствует в зале. Ну, как бы то ни было, произведение все равно прозвучит. Но отдельно я хочу вам рассказать историю, прежде чем представить музыкантов, имеющие отношение, собственно, вот к этому музыкальному инструменту. Вот он, его величество, аккордеон. Ничего удивительного в том, что этот инструмент, прежде чем стать самостоятельным музыкальным инструментом, претерпел довольно много видоизменений. Сначала была изобретена губная гармошка, потом губная гармоника, ошибаюсь, потом ручная гармоника, и только потом, позднее, в 1829 году, в Вене Кирилл Демиан вместе со своими братьями Гвидо и Карлом представил публике, явил публике музыкальный инструмент, которому они дали название аккордеон, что в переводе на русский язык буквально означает ручная гармоника. Произошло это событие, то есть заявка в патентное бюро на право обладания изобретением с названием аккордеон 6 мая 1829 года. И уже спустя 19 дней маэстро Дамиан получил право обладания на изобретение, которое он назвал аккордеон, и лицензию на производство аккордеонов. К чему это я рассказываю? К тому, чтобы вы вспомнили математику. 6 мая и спустя 19 дней получается 25 мая 1829 год. И сегодня все прогрессивное мировое музыкальное сообщество, человечество отмечает 186 лет аккордеону. Вот тут мы вправе рассчитывать на гораздо большие аплодисменты. 186 лет аккордеону не шутка. Аккордеон популярен в огромном количестве стран. Сегодня нас с вами ожидает небольшое музыкальное путешествие по разным странам. Будут звучать произведения, которые принесли славу аккордеону. Но прежде чем
Сейчас самое время представить музыкантов. Прежде чем я сделаю это, все-таки хотелось бы понять немножко, насколько вы готовы к тому событию, которое называется день рождения аккордеона. Для начала давайте попробуем вспомнить вот что. Ну, во-первых, на день рождения принято получать поздравления. А потому, если у вас есть ручки, а бумагой мы вас обеспечим, ваши поздравления в адрес музыкального инструмента с названием аккордеон было бы, конечно же, не лишним получить. Мы обещаем разместить их на сайте. Наиболее понравившееся музыкантам произведение будет опризено прямо здесь. Есть специальный приз за самое лучшее, самое звонкое, самое яркое поздравление аккордеону, сочиненное в день его аккордеона, то есть рождения. Поэтому проявите свое творческое «я». Здесь люди творческие в большинстве своем. Поэтому попробуйте на мобильных ли телефонах, на бумажках, ручками ли, пальчиками ли придумать поздравление аккордеону. Уверяю вас, занятие это призабавное. Но это еще не все. Не то чтобы я тяну время, как многие могут подумать. Просто очень хочется понимания, вот понимания вашей готовности. Это вам так кажется. Я пока не вижу, чтобы все сказали «Готовы!» И если я сейчас даже крикну в зал «Готовы ли вы?» в третий раз все равно, а общего такого хора не будет. Рано. Итак, есть еще одна правильная, очень красивая забава, которую сию секунду я вам хочу предложить. Итак, слово «аккордеон» состоит из определенного набора букв. И я предлагаю вам прямо здесь и прямо сейчас, опять-таки, не безвозмездно, призового фонда ради, а также потешить собственное самолюбие и интеллектуальный потенциал, коим вы обладаете в большом количестве, попробовать составить новые слова из букв, входящих в слово «аккордеон». Кроме, естественно, аккорд. Ну, это уже прям совсем просто. Чуть-чуть давайте попробуем. Самый умный или тот человек, кто назовет слово с самым большим количеством букв. Вот, это совершенно верный подход. Надо достать ручку, достать бумажку. В мобильном телефоне в разделе «Заметки» очень хорошо писать. Давайте попробуем. Какие есть варианты, какие слова русского языка можно составить из букв, входящих в слово «аккордеон»? Поднятая вверх рука у нас, в отличие от Макдональдса, означает не свободная касса, а то, что вам есть что сказать. Поэтому поднимайте руки, обещаю озвучить все, что будет вами сказано и предложено. Слово «аккордеон», двойное «К», вот, «кредо», браво, есть такое слово «кредо». Начинаем с вас, я обладаю хорошей памятью, поэтому буду считать баллы, которые вы будете зарабатывать. Прошу вас, красавица. Декор принимается, но это пока 5. Я знаю слово, в котором есть 6 букв. Аккорд, ну это совсем просто. Ну просто вычленить аккорд из аккордеона элементарно. Куриандр. Так, проверяю. Нету «и». Абсолютно верно, подсказывают. В слове «аккордеон» нету «и», потому слово «кориандр» принято быть не может. Еще версии. Крона. Принимается у вас 2 слова. Ну, корона? А где вы взяли второе «о»? А, да, корона. Есть. Согласен. 6 букв. Вот это уже величина. Уже здорово. Прошу. Кордон. Супер. Вот это как раз то слово, которое я держал в запасе у себя. Кордон. Очень хорошее. Но у всех пока по 1 баллу набранному. За первым столиком здесь целых 2. Давайте слова. Слова из 3 букв не будем брать в зачет. Орден. 3 принимается. Декор был. Так. Кредо было. Рекорд не влезает. Потому что 2 буквы «Р». Так. Родео. Блистательное слово. Народ. У вас 2, и вот, я так понимаю, у вас коллективный разум, да, играет? У вас тоже 3. Орден. Супер.
Супер! Есть! Нет! Из трех букв мы уже... Коран! Да? Супер! Четыре слова в арсенале вот того дальнего столика. Такое? Кода. Очень профессионально и музыкально. Есть такое слово. Начало положено. Думаем дальше. Вот эта страна вообще как-то не участвует у нас. Я понимаю, что трапезный процесс, конечно, знаковый, да, он имеет место быть. Но и интеллектуальная составляющая. А? Орда. Супер. Второе слово. Там четыре. Здесь три. Здесь два. И там тоже два. Сейчас. Стоп. Не он. Кто сказал не он? Не он. Да, есть. Нет, слова не он не было. А... Только из четырех. То есть не ниже, чем четыре и дальше. Дракон. Проверяем. Дракон. Кора есть. Это у вас принимается. Сейчас я подожду. Дракон. Я пока не... Дракон. Да, принимается. Деревня родное. Деревня родное? Ну, как-то не очень это. Кандак. Супер. Это тоже слово, которое у меня было. Кокон. Да, но по-прежнему с пятью словами лидирует вот тот дальний столик. Дёрн. Йо. Не-не-не. Это в школе только такое проходит. Да, у нас дёрн. Родион – это имя собственное. Вы же понимаете. Кокон был. Конкорд. А это имя собственное, да? Это так назывался самолет французский, который, к сожалению, перестал летать. Еще версии. Так. Рок. Ну, это три слова, три буквы всего. Ура! Правая сторона наелась. И, наконец, включается в творческий процесс. Итак. Дорадо. А где вторая? А, вторая. Дорадо не годится. Рекорд был. Кондор. У вас шесть, я принимаю. Так, и я уже теперь... Недра, супер. Это второе слово вашего стола. Коррида. Третье, я согласен. Сейчас. Кондор, проверяю. А, кондор, да, кондор был. Да. Так, и еще... Донор, это четвертый у вас. Редко. Нет, это не существительное, вы же понимаете. Тут по-прежнему дальний столик, шесть слов. Вот это круто. Обратите внимание, товарищи взрослые, что в принципе детская игра заставляет задуматься. Это такой хороший, оптимистичный настрой, прежде чем слушать музыку. Надо дать вам возможность выговориться, мне выговориться, и тогда, когда... Кадр подойдет. Семь. Четыре буквы минимум. Дека. Какая? Дека. Ну, я не очень понимаю это слово. Хорошо, принимается. Четвертое слово ваше. Вот посмотрите, что творят ребята, которые, так сказать, долго говорили, что они готовы внимать музыку. Музыке, да? А их прорвало фактически. И норку нашли, и кедр, и едок. И сравнялись, между прочим, с вами. Да, по шесть слов. Норд – это, ну, как бы, не отечественное слово, да? Народ был. Корка? Океан. Ну да, хлебная корка. По-моему, пять у вас. Какой еще? Арка принимается. Это 8 и... Океан. Да, ребятки. Радон. Есть. Это пятое ваше. Там уже 9, по-моему, да? 9. Ну давайте еще 10. Добьем всех. Получим главный приз. И станет понятно. Норка была. Однако несуществительное, маэстро. Это... Ну, три... Вижу всего три буквы. Нет, конократ не влезает. Кора и Коран. Все это было уже.
Одеон. Одеон. Даже не знаю, как к этому относиться, да? Это же не собственное имя. Собственное. Сейчас уже будет. Хрен экран, у вас 7, но там-то 9. Едок было. Ну, последнее. Ода. Хорда. А, корда, да, это у самолетов, да? Кода, кода. Это было. Итак, корда, это кордовая модель самолетов, летающие на тросике. Оно тоже принимается, но 10 первыми набрал вот тот дальний столик, и я иду за специальным призом. Не, вы видели, как они сражались? Вы видели, как они бились? А кильвы рыкающие фактически включились в турнирную игру, мечтая, всячески мечтая выиграть. И я с удовольствием вручу им наш специальный поощрительный приз за интеллектуальный потенциал, который был продемонстрирован ими здесь публично. 250 граммов мечты. Да-да-да, капитану команды получайте. Отлично. Так, теперь что касается музыки. К музыке мы будем приобщать вас, само собой, постепенно. Сейчас я вам хочу представить... Сейчас я вам с удовольствием хочу представить тех людей, которые будут блистать на этой сцене. И я уверен, их появление вызовет у вас массу положительных эмоций. Помните, что такое аплодисменты? И никто не захлопал. Придется пояснить. Итак, друзья мои, аплодисмент – это когда вы ладошкой правой руки бьете по ладошке левой, и получающийся при этом звук безумно радует тех, в адрес кого они, эти аплодисменты, раздаются. Итак, бессменный руководитель, великолепная исполнительница, блистательная аранжировщица, не унывающая даже в самых непростых жизненных ситуациях, президент Альянса аккордеонистов России, обладатель огромного количества музыкальных премий, энерджайзер аккордеон стиля Елена Зыбо. Браво. Так, давайте двигаться дальше. Музыкантов с фамилией Зыбо в аккордеон стиле больше одного. И я с удовольствием называю второго. Это участник мероприятий фонда Владимира Спивакова и новые имена, а также финалист конкурса «Камерата». Шквал аплодисментов! Даниил Зыбо! Скрипка! Даниил врывается в зал, занимает свое место. Эти аплодисменты вам, маэстро. Ну а мы движемся дальше. Ударные. На этих музыкальных инструментах играет выпускник Московской консерватории по классу ударных курса Валентина Снегирева, лауреат международного джазового фестиваля «Московская осень» Евгений Рабчевский. Контрабас. Есть такой музыкальный инструмент в составе аккордеон стиля. Выпускник Академии музыки имени Гнесиных. Концертмейстер, если бы не аккордеон стиль, быть бы ему басистом в какой-нибудь рок-группе. Настолько он разрывается между классикой и роком. Александр Бакалов. На клавишах блистает лауреат международного музыкального конкурса в Вероне, Италия. Мастер импровизации, официальный член жюри международных музыкальных российских конкурсов, без утайки секс-символ аккордеон стиля Максим Тимофеев. Гитарист, импровизатор, аранжировщик, маэстро, владеющий блистательной техникой исполнения, что позволяет ему свободно чувствовать себя во всех музыкальных жанрах, и Вячеслав Голиков. Подойдет.
Ну и не без удовольствия хочу представить вам настоящий хрустальный голос аккордеон стиля. Тот самый голос, который принадлежит лауреату международного конкурса имени Дунаевского Дарье Килиной. Итак, практически все готово. Визитная карточка коллектива. Попурри «Московские окна». Thank you.
«Окна» на музыкальные темы из советских кинофильмов в аранжировке Юрия Миллера. Ну а сейчас вашему вниманию, к счастью, не стареющие и к радости никогда не увядающие ландыши композитора Оскара Фельдсмана на стихи Ольги Фадеевой в аранжировке Елены Зыбо. Давайте попробуем, находясь практически в самом центре нашей столицы, погрузиться в атмосферу городского парка 30-х годов. Вы услышите произведение из репертуара Клавдии Ивановны Шульженко «Старый парк» композитора Островского, слова Бахнова и Костюковского, аранжировка Елены Зыбо и Максима Тимофеева. Итак, «Старый парк». В нашем парке старом все кажется.
Ну вот скажите, как тут не вспомнить в старом парке одно из самых зажигательных и страстных танцевальных произведений образца 1917 года октября месяца. Да-да, это у нас тогда была революция, а блистательная уругвайская, ставшая мировым шедевром танго «Кумпарсита», уже начало свое восхождение в категорию мировых шедевров. Композитор Матос Родригес и Энрике Морони в аранжировке Елены Зебо «Танго Кумпарсита». Между прочим, с тех самых давних времен своего создания «Танго Кумпарсита» считается заглавной песней уругвайских студентов. Ну а сейчас я попрошу Елену Зубо рассказать о своем сотрудничестве с Сергеем Тихоновым. Вы знаете, сегодня одна из основных тем нашего вечера – это тема дружбы, настоящей дружбы. Потому что самые большие и серьезные дела и стоящие – делаются только когда любят свое дело, ну и вот собираются такие друзья, как у нас. В том числе, красной нитью через наше выступление пройдет сегодня рассказ о друге моего детства, настоящем, с которым мы практически с 8 лет вместе. Это композитор белорусский Сережа Тихонов. Он пишет сейчас песни песнярам, например, существующему ансамблю, и также нам. Вот. И самое ценное, что он делает, он дарит нашему ансамблю. Вот сейчас прозвучит первое произведение Сережи Тихонова «Девушка из Ипанемы» Босанова. Его ранжировки, да.
Ну а дальше танго «Над заливом» композитора Альберта Триллинга, автор текста Добржанская, аранжировка Юрия Мильрата. Но прежде чем это произведение будет исполнено, я попрошу Дарью Килину рассказать историю его создания. Хорошо. Некогда в оркестре Утесова работал удивительно талантливый скрипач Триллинг. Кто-то говорит, что это его собственное сочинение, кто-то говорит, что он где-то эту мелодию подслушал. Но в любом случае мелодия была сочинена для скрипки. Пока ее не услышала Зоя Рождественская, она умоляла Триллинга подарить ей эту мелодию и переписать танго в песню. И именно в этом виде эта танго стала очень популярна. Сейчас мы его исполним «Над заливом». Себя тоже добавлю чуть-чуть истории. «Танго над заливом» издавалось на пластинках объединения «Ленмустрест» под названием «Не забудь меня», хотя оно также известно и под названием «Под весенней листвой». Впервые в нашей стране прозвучало на пластинке, отпечатанной питерской артелью «Минерал» в 1947 году с матрицей артели «Промбум» «Танго над заливом».
Ну а сейчас напоминаю вам о том, что сегодня 25 мая, и помимо дня рождения аккордеона, напоминаю, ему сегодня 186 лет, сегодня именины празднуют Андрей. Обещанная песня «Андрюша» композитора Ильи Жака на стихи Григория Гридова в аранжировке Юрия Мильрата. В самом начале сегодняшней вечеринки я говорил вам о том, что аккордеон стиль не совсем джазовый коллектив. Да что там говорить, совсем не джазовый. Но кое-что из этого музыкального направления тоже есть в репертуаре. Итак, произведение с труднопроизносимым иностранным названием. Елена, прошу, представьте. Знаете, это произведение появилось у нас в репертуаре очень смешно. Да, существует такой джазовый стандарт «Тайгер Рэг». Но когда-то, еще и когда я играла в дуэте с Ниной Слюсой, мы услышали в Америке такую песню «Держи этого тигра», которая звучала в американском мультфильме 30-х годов, ну, где вот всегда действуют эти догонялки, когда бегут вот так, что ноги мелькают колесом, и ровно едет голова над этим. Догоняют сначала тигра, потом догоняют голубя, еще кого-нибудь. Вот, и она нас так вдохновила, что, в общем-то, мы ее сняли и сделали вот это чудное произведение. Его очень любят дети, потому что оно звучит в мультфильме. Thank you.
а сейчас, как говорили в старых цирках, антракт. 10 минут. Почтенная публика может пройти в буфет. Напоминаю, дамы и господа, что мы принимаем ваши литературные шедевры, посвященные дню рождения аккордеона. Призовой фонд есть. Творите. Встретимся через 10 минут. Сочиненные вами здравицы в адрес аккордеона просьба передавать мне. Ну что, у нас все готово. Можно начинать? Да. Итак, мы продолжаем. Следует признать, что в творческом багаже аккордеон стиля довольно много произведений из кинофильмов. Давайте познакомимся с некоторыми из них. Мировой кинематограф будет представлен, как сейчас принято говорить, саундтреком к кинофильму «Тегеран 43» композитора Жоржа Карваренса в аранжировке Ижухиной. «Вечная любовь». Thank you.
отечественную классику кинематографа представляет замечательная композиция «Долгие проводы» композитора Эдуарда Колмановского на стихи Михаила Танича в аранжировке Елены Зыбо из кинофильма «По семейным обстоятельствам». Музыканты. Московский театр «Сопричастность», на сцене которого неоднократно бывали ваши концерты, передает вам слова благодарности за сотрудничество, за творчество и вручает вот эти цветы. Прошу принять. Ну а сейчас, помните, я вам говорил, что мы сегодня чуть-чуть попутешествуем. Вот это путешествие начинается. Благодаря танго «Кумпарсита» мы уже побывали в Уругвае, а сейчас одна из самых популярных и долго живущих песен. Она родом из Мексики. Пожалуй, нет больше ни одной другой песни в мире, которую не исполняло бы такое огромное количество певцов, групп, ансамблей и оркестров. Написала эту песню Консуэло Веласкес в 1941 году, будучи юной 16-летней девушкой, а в 1944 году песня стала победительницей первого хит-парада в США. По данным опроса, проведенного музыкальными критиками разных стран, эта мексиканская песня вошла в десятку самых популярных композиций 20 века. Песня исполнялась на 120 языках в 100 с лишним странах. Общий тираж дисков и кассет с ее записью превысил 100 миллионов экземпляров. Итак, в русскоязычной версии произведение называется «Целуй меня крепче», а весь мир знает ее как «Бесаме мучо». Thank you.
Давайте перенесемся из Мексики во Францию. Вальс Мюзет а-ля Музыки в аранжировке Елены Зыбо. Но Лена знает об этом произведении некую забавную историю. Давайте послушаем. Да, это точно, я вкратце. Иногда произведения создаются очень забавно. Вот как-то я послушала гениального баяниста или аккордеониста-кнопочника итальянского Алана Музикини. Какой красивый, думаю, вальс, какая красивая тема. Но вот остальные части не очень. В следующем вальсе та же история, и в третьем та же. Что мы сделали? Мы взяли все самые лучшие части из трех вальсов и объединили в один, в одну тональность. И вот вашему вниманию вальс Мюзет а-ля Музикини. Друзья, сегодня среди гостей, собравшихся на концерт «Аккордеон стиля», присутствует совершенно замечательный человек, о котором Дарья Килина, о котором Дарья Килина сказала: «Музыкант от Бога». Продолжите, пожалуйста. Да. В этом зале сегодня присутствует очень дорогой нам человек, любимейший педагог, профессор летней международной академии Моцартеум, город Зальцбург, Гертруда Михайловна Троянова. Я безмерно благодарна Гертруде Михайловне за мой голос. И за то, что именно она познакомила нас с Леной и благословила меня на работу в этом ансамбле. Спасибо. И поскольку через неделю у нас грядет необыкновенный, огромный праздник. Поздравим мы вас позже. А сейчас мы хотели бы вам посвятить, подарить нашу новую песню. Итак, она создавалась с необыкновенным, конечно, теплом и любовью. Я надеюсь, вы это почувствуете. Итак, Дунаевский, «Колыбельная Мэри».
Я только добавлю, что колыбельная Мэри прозвучала из кинофильма «Цирк» 1940 года. Ну а сейчас еще одно произведение, которое появилось в репертуаре аккордеон-стиля совсем недавно. Да что там совсем недавно? Премьера песни. Лена, вам, по-моему, есть что сказать относительно. Вы знаете, этого. Мы счастливы, что эта песня появилась в нашем репертуаре. Грустить не надо, все знают. Но когда делал Сережа Тихонов, вы все услышите, потому что человек не спал ночами, он представлял наш стиль, он понимал, что он делает. Вот, и мы каждой клеточкой сейчас радуемся, когда ее играем. Премьера песни. Пора разлуки.
Друзья, в перерыве мы с музыкантами обсудили такую сладкую тему, которая нравится всем музыкантам. Какая теплая, дружеская атмосфера царит сегодня в зале. И наглядным подтверждением этого стали принесенные стихи, сочиненные здесь, в этом зале, и посвященные дню рождения аккордеона. Я позволю себе зачитать их. Аккордеону много лет, его мы поздравляем с днем рождения, желаем, чтобы соло, пара, трио или квартет всегда дарили людям наслаждение, чтобы всегда гармоника играла, ее мы слушать не устанем никогда. Желаем, чтобы музыка звучала сегодня здесь, и завтра, и всегда. И пусть у каждого в душе звучит любимая мелодия, и каждый сможет слышать радости мотив. И счастьем сердце наполняется духовным, чтоб вновь в джаз-клуб Козлова нам прийти. Авторство Ирины Джимбиновой. Сегодняшнее число. Спасибо огромное, Ирина. Следующее музыкальное произведение прямо попадает в струю с последними строками ваших стихов. И называется оно «До новых встреч». Это не финал, надеюсь я, но специально для Ирины Джимбиновой, а также для всех гостей звучит это произведение. Еще хоть миг со мной.
И вот на этой оптимистической ноте, казалось бы, можно и заканчивать выступление, сегодняшнее выступление «Аккордеон стиля». Спасибо вам огромное, что нашли время, желание, возможность прийти сегодня в клуб Алексея Козлова. Спасибо за те аплодисменты, которые вы дарили музыкантам. Но я, когда проходил через зал, услышал от некоторых зрителей такое мнение, что маловато сегодня было динамичных музыкальных произведений. Поэтому, дабы компенсировать этот недостаток, прозвучит очень активное, очень ритмичное произведение. Представьте себя в тех местах, где запах саванны, росистые травы, музыка неба, ритм дождей. Веселому парню, чье имя будет звучать в названии произведения, все это по нраву. Он на ранчо занимается выездкой лошадей. Ранчо веселого Джека. Поехали!
Друзья мои, вот после этого шквала аплодисментов в адрес всего коллектива я предлагаю вам вспомнить, кто дарил сегодня свое искусство, свое мастерство, опыт, умение индивидуально. Итак, соло на гитаре Вячеслав Голиков. За клавишами Максим Тимофеев. На контрабасе Александр Бакалов. За ударными Евгений Рабчевский. Скрипка Даниил Зыбо. Хрустальный голос аккордеон стиля неподражаемая Дарья Килина. И, наконец, мега-звезда аккордеон стиля Елена Зыбо. А все вместе коллектив с творческим названием «Аккордеон стиль». Спасибо огромное за аплодисменты. Спасибо. Приходите, следите за рекламой. Мы открываем свой сайт. Там будет размещен репертуар, там будет размещена концертная программа, места выступлений. И мы надеемся, что вам понравилось. Понравилось? Спасибо. Вот в этот раз все вместе и четко, и громко. Ура! Ну, между прочим, могли бы потребовать что-нибудь и написать. Называйте, музикини, еще. Колыбельную еще раз. Лена, две заявки пришли музыкальные. Еще один разик а-ля музикини и, если можно, колыбельную. Да, и вот еще подсказывает молодой человек, на ухо буквально нашептал, а ждать любовь не надо. Лен, а гонец от Гертруды Михайловны сказал, а как же запах женщины? Сегодня было бы много танго, мы сейчас сыграем новую, которая не звучала еще сегодня. Звать «Любовь не надо» из кинофильма «Моя любовь». И аплодисменты. Артисты работают, когда есть аплодисменты.
Аккордеон стиль, дамы и господа. Как всегда великолепно, как всегда блистательно, как всегда эстетично. Заметьте, музыканты посовещались и не покинули свои места. Значит, нас ждет что-то еще. Я напоминаю, что Гертруда Михайловна просила несколько иное произведение. Помните «Запах женщины»? Этот известный фильм образца 1992 года с Аль Пачино в главной роли. Но мы как-то с Леной сегодня вдвоем, мы еще женщину не стали с собой брать. Игра.
и, как всегда, великолепно. Эх, как бы все жили здесь, на колыбели можно было бы заканчивать, правда? Но всем еще добираться домой, кому на метро, кому на машинах. Поэтому некий конец подошел ко мне и говорит: ну а жизнерадостную надо заканчивать? Жизнерадостную, короткую. Все-таки Франция есть Франция. Живой звук. Только качественное выступление, и в этом он есть аккордеон стиль. Давайте вспомним еще раз всех по именам. Максим, Даниил, Александр, Евгений, Вячеслав, Дарья, где-то прячется вдали, и, наконец, Елена, аккордеон стиль. Спасибо вам огромное, друзья. До новых встреч! Спасибо! Всех благ!